Матич уже вошел в штрафную площадь, простреливает и еще один угловой. Зарабатывает Краснодар. Кристиан Рамирес сегодня остался в запасе, но Ристич пока играет очень здорово. Здесь он сохранил контроль над мячом и передачу делает поперек ворот. Ристич переиграл соперника. Удар Михаилу Ристича за пределы штрафной площади. Как неуверенно действует голкипер «Цервенной звезды». Передача на линию штрафной, но здесь первый у мяча Дамьен Летале. Ристич. Вот сейчас удалось Краснодару быстро преодолеть центр поля. Михаил Ристич. Мяч под левой ногой. Можно бить. Удар нанесен. Добивать надо. 1-0 в пользу Краснодара. Что показывает Билан Борин? С ума сойти!